Следуйте к метке. Эй, агент! Сюда! Иди к воротам! Агент! За мной! Нужна подмога! Перепрыгивай! Вот ты где! Обнаружен враг. Займите укрытие. Полицейский! Они идут из-за заграждения! Сюда идут враги! Ликвидируй их всех! Еще идут! Держим оборону! Двигайся! Не задерживайся на одном месте! Перезарядка! Там никого нет! Кто-то на баррикады. И пусть кто-нибудь сообщит патрулям, что вы были на чеку. Мы не всех гадов накрыли. Они что, опять решили атаковать? Ты как? Похоже, придется сменить дислокацию. Пошли, поможешь мне. Нас слишком мало, чтобы защитить всех. Опять? На набережную! Не может быть. Сигнал бедствия. С координатами Вашингтона. Как это возможно? Ложись! Все живы в укрытии! Кто-то останется. Нельзя бросить этих людей. Что бы ни случилось, нужно действовать. Или всем конец. Иди! Сделаю, что смогу. Иди! Мы принимали все как должное. Свежесваренный кофе по утру. Бесплатный Wi-Fi. Когда это у нас отняли, мы выжили. Когда пропала связь, встали поезда и отключился интернет, мы выжили. Но когда аптеки разграбили, а больницы закрылись, астма стала приговором. И уже нельзя было вызвать полицию. У вас было оружие, а у вашего соседа кто-то выжил. Мы вообще живучий вид. Когда общество развалилось, мы стали справляться сами. И теперь впервые за многие века наши желания совпали с реальными потребностями.
Катастрофа сплотила человечество. Мы построили новые общины на обломках прежних. Мы приспособились. Мы выжили. Привыкли к новой жизни. Но есть те, кто ничего не строит. Ничего не создает. Гиены, нападающие на слабых. Они залили мир кровью. Но мы не одиноки. Горстка храбрецов встала на нашу защиту. Они объединяют нас, ведь мы одна нация. Они наш щит и наш свет. Но если этот свет погаснет... Кто спасет нас? Прошло 7 месяцев с начала эпидемии. Мы по-прежнему боимся зеленой отравы. Но настоящая угроза, она рядом. Оповещение по аварийному каналу спецотряда. Приоритет молния. Операционная база атакована. Противник прорвался через южный периметр. Срочно нужна помощь. Внимание всем агентам, срочно нужна помощь. Совершено нападение на Белый дом. Это не учение. Повторяю, это не учение.
Вижу агента. Движется на север к Белому дому. Агент перебил отряд гиен и идет в нашу сторону. Агент, если ты нас слышишь, пробивайся вперед. Эти гады тебя не ждут. Спасибо за помощь. И загляни к Мэнни, координатору. Это ты. С прибытием тебя. Я Мэнни, связист. У тебя, видимо, сработало оповещение. Рад тебя видеть. Позволь, я тебе покажу, как все плохо. С тех пор, как ОТГ развалилась, в городе хозяйничают орды головорезов. Есть крупные группировки и мелкие шайки, которые подбирают за ними крохи. Несколько гражданских поселений пока сдерживают натиск. Но мы не можем толком им помочь, особенно с тех пор, как сеть спецотряда вырубилась. Это Келсо. Один из последних агентов в Вашингтоне. Находится в поселении Театр на важном задании. Тебе нужно пойти к ней. Если кто и знает, как запустить систему, это она. И заодно познакомься с местными жителями. Пусть порадуются, что в городе новый шериф. Кстати, агент, спустись и поговори с интендантом.
Он может обеспечить тебя особым снаряжением. Оно тебе понадобится. Привет. Хочешь освоить новый навык? Найти ту вещь. Пока. Поселение Театр находится на востоке. Без боя к нему не пройдешь. Отстреливаться... Агент, из Нью-Йорка поступил сигнал бедствия. Совершено нападение на спецотряд, и они запрашивают срочную помощь. Я жду тебя на южной лужайке Белого дома. Вертолет уже заправлен. Вылетаем немедленно. Идти тебе придется через территорию Гиен. Это злобные ублюдки, которые нападают на слабых и убивают ради забавы. А все, что нельзя унести с собой, они просто уничтожают. Особенно с ними намучились в Театре. Нам необходима помощь поселений, но они ничего не смогут сделать, если все силы у них будут уходить на выживание. Постарайся хоть немного их разгрузить. Но помни, что наша задача — восстановить сеть спецотряда. Во многих регионах страны только на спецотряде все и держится. Но теперь большинство агентов оказалось в изоляции. Без поддержки они долго не протянут. Thank you.
Найдено мобильное устройство. Ну? Стой! Пусть скучнее станут. Это будет круто. Если ты их не спугнешь, башку свою убери. Глянь на этих лохов. Ничего не подозревают. Вот именно. Башку свою гребаную спрячь. Да чё ж так-то? У них даже оружия нет. Давай их прямо сейчас завалим. А бегать за ними потом добивать ты что ли будешь? А нахрена добивать-то? Наоборот. Пусть побегают, это ж самая маза. С кишками наружу, но все равно далеко не убегут. Сейчас он попал.
стреляйте в гада! Ты приближаешься к театру. Главу этого поселения зовут Одесса Сойер. Лучше с ней не ссориться. Обнаружено мобильное электронное устройство. Привет. Если тебе нужна Келса, она ушла. Я бы пошла с ней. Но я буду только мешать. У тебя забот выше крыши. Но эти гиены похитили мою дочь. Ради мести. Поможешь, буду тебе должна. А долги я отдаю. Найдено электронное устройство. Найдено мобильное устройство.